Привет, друзья! Сегодня вашему вниманию предоставлена десятка товаров, продаваемых на AliExpress. Если вы хотите сэкономить свои деньги, вернув часть суммы при покупке, мы рекомендуем делать заказы через кэшбэк-сервис SmartySale. Ссылка в описании под видео. Да, и не забывайте устанавливать браузерный плагин SmartySale. Он очень удобный и всегда напоминает о кэшбэке в магазине. Сегодня мы имеем широкий выбор открывашек для стеклянных бутылок. Интересным вариантом будет оригинальная открывашка-брелок. С помощью ее вы не только откроете бутылку, но и попробуете себя в меткости стрельбы. После открывания металлическая крышка остается в открывашке. При нажатии на крючок она выстреливает крышкой на несколько метров. Подходящая вещь для компании друзей. Пиво попили, почему бы и не пострелять? Цена такой оригинальной открывашки для бутылок – $3. Однодиодный велофонарь имеет прочный влагоустойчивый корпус из алюминия. Крепление на руль позволяет выставить различные положения и наклон. Питание его осуществляется от трех пальчиковых батареек или аккумулятора. Фонарь имеет 5 различных режимов работы. Его фокусировка позволяет получить либо узкий дальнобойный луч на расстоянии до 500 метров, либо яркий широкий для освещения вблизи. При цене в $3.50 такой фонарик есть актуальным приобретением и серьезным конкурентом для дорогостоящих моделей. Портативная Bluetooth-колонка Carry Audio является компактным аудиорешением с приятным интерфейсом. Акустическая система имеет стильную форму в виде продолговатого цилиндра. Впереди расположен сенсорный дисплей с органами управления. С обратной стороны расположены различные разъемы, кнопка питания и место для аккумулятора. В колонку встроен MP3 плеер с поддержкой карты памяти до 32 ГБ, а также FM-тюнер. Емкости 600 мАч достаточно для работы в течение 6 часов. Радиус действия девайса около 10 метров. Подключать его можно ко многим электронным устройствам. Стоимость портативной колонки на AliExpress – $28. Увлажнитель и очиститель воздуха для автомобиля позволяет создать за короткий промежуток времени благоприятную атмосферу и необходимую влажность в автомобиле. Используется как малогабаритный очиститель воздуха, который осаждает мелкодисперсные частички пыли, улучшая тем самым качество воздуха в машине. Если добавить в увлажнитель пару капель ароматического масла или духов, то увлажнитель будет еще и ароматизатором воздуха в автомобиле. Поставляется в комплекте со сменным фильтром. Легко устанавливается в гнездо прикуривателя автомобиля, а также имеет еще два USB разъема для зарядки ваших гаджетов. Цена такого увлажнителя воздуха – $15. Компактный органайзер со множеством отделений станет надежным местом для хранения различных мелких вещей. Будь то различные шнуры, кабеля, переходники или флешки. Большая секция подойдет для фотоаппарата, телефона с дополнительным аккумулятором. Водонепроницаемый органайзер может подойти и для различных аксессуаров. Цена его на AliExpress около $9. Универсальный брелок Multitool – это тот редкий случай, когда один небольшой аксессуар способен заменить целых 20 инструментов, обычно занимающих много места для хранения. Его конструкция имеет встроенный карабин с пружинищим фиксатором, что позволит закрепить его на ремне или рюкзаке. В центральной части карабина расположена поворотная пластина с титановым покрытием. На ней есть 4 отвертки разных профилей. На основную часть нанесена измерительная шкала.
Кроме того, на инструменте имеется открывашка для бутылок, надфиль, гаечные ключи, гвоздодер, пилочка для ногтей, нож, велосипедный ключ, а также инструмент для снятия изоляции проводов. Заменить инструментальный ящик такой маленький универсал, конечно же, не сможет, но в экстренных случаях он будет для вас палочкой-выручалочкой. Хорошая вещь в качестве подарка любимому мужчине. Цена на AliExpress всего-то $2.5. Если вы хотите создавать изображение в трехмерном измерении, вам для этого подойдет новинка года 3D-принтер Teva Tarantul. Он откроет широчайшие возможности использования и применения вашей фантазии в домашнем творчестве. На нем можно просто развлекаться и создавать различные макеты и модели. Подойдет такой принтер и для ведения бизнеса. Товар приходит в разобранном виде и собирается самостоятельно как конструктор. Небольшой вес за счет применения алюминия и размеры позволяет установить его на обычном столе. 3D принтер совместим с любой операционной системой компьютера и соединяется через USB порт. Цена такого принтера на AliExpress около $250. Многофункциональная IP-камера CleverDock благодаря встроенному Wi-Fi модулю позволяет связываться и вести видеонаблюдение из любой точки мира. Для синхронизации работы с вашим гаджетом достаточно на нем установить приложение. Если вы находитесь вне дома, вы можете через него активировать датчик движения. Камера зафиксирует и даст вам сигнал. Она может ввести видеозапись на карту памяти при отсутствии доступа к сети. Карты памяти на 32 ГБ хватает примерно на 7 суток беспрерывной записи. Даже ночью вы можете получить хорошую картинку до 8 метров. Камера имеет встроенный микрофон и динамик, что позволяет общаться через устройство, а также использовать его в качестве радионяни. Это позволяет вам видеть и общаться с детьми и другими членами семьи. Стоимость такой камеры наблюдения чуть меньше $40. Радиостанция Baofeng UV5R получила широкое распространение и массу позитивных отзывов, будучи, пожалуй, одной из самых функциональных радиостанций в бюджетном ценовом сегменте. Она подходит как для досуга, так и для работы. Благодаря мощности рации в 5 Вт радиус ее действия составляет от 3 до 5 км, в зависимости от местности. Емкость аккумулятора 1800 мАч. И при умеренном режиме работы и использования рация может проработать без подзарядки несколько дней. Это компактная и хорошего качества радиостанция. Цена ее на AliExpress $30. В этой летающей игрушке дизайнеры органически соединили форму гоночного автомобиля и конструкцию квадрокоптера. Управление полетом и ездой на пульту управления. А в режиме автомобиля можно гонять и без вращения пропеллеров. Квадрокоптер оснащен 2-мегапиксельной камерой. Несмотря на маленький вес и размеры, он может летать как дома, так и на улице. Продолжительность полета около 7 минут. Максимальное расстояние дистанционного управления 60 метров. Такой квадрокоптер порадует как новичков, так и профессионалов. Цена такой машинки около $50. Все товары из этого выпуска вы можете приобрести на AliExpress по ссылкам, указанным в описании под видео. Ну вот и все. Спасибо за внимание. Заходите на наш канал и делитесь видео с друзьями. Пишите комментарии, ставьте лайки. До новых выпусков!